Здравствуйте, вами влог. Нічого святого Сергієм Паярковим. Я тут художник, який можете відійти кожного. Да, і сьогодні я хочу звернутися до всіх українців. Дорогі українці, співвітчизники, країна в небезпеці. Пограбуймо, врятуймо її разом. Я звернувся до журналістів з наполегливим проханням. Не треба! Не треба до перемоги розповідати про корупцію. Вам треба припинити про це говорити. А нам не треба припиняти красти. Мені здається, що це буде дуже прикольно. Ну хіба ж це не по приколу? Ну, погодьтеся, ви ж мене вибирали по приколу. І мені здається, це дуже прикольно. Я продовжую красти, а ви. Порцы, э, друзья, по-моему, наш президент сбриндил, потому что благодаря откровениям Юлии Мостовой, которую я лично знаю много лет, которая, честно говоря, умнейшая женщина, и э, я очень благодарен ей, потому что огромное количество информации <coughs> я от нее получил, и дай бог здоровья, она всегда распространяла информацию исключительно правдивую, и в данном случае я ей верю. Зеленский все больше напоминает Скобееву. Вот если вы через там VPN или просто в YouTube посмотрите русские ток-шоу, то Скобеева и Зеленский, ну, они практически братья-мусульмане. Ну, они одинаково врут, и аргументация, и выражение лица у них абсолютно одинаковые. То есть, когда Скобеева, как и Зеленский, ну, врет, она, мне кажется, где-то искренне вот имитирует оргазм веры в собственное вранье. Когда она возмущается, что как это вот эти вот, вот такие вот негодяи израильтяне, они, они же стирают там мирных жителей. Мы ж такого никогда не делали. Смотришь и понимаешь, что те люди, которые в 100-тысячный Мариуполь стерли с лица земли вместе с жителями сейчас, начинают возмущаться, что Израиль, на который напали террористы, отплачивает им, вот платит той же монетой, а вы и есть террористы, которые напали на нас, то вот тут я провожу прямые параллели с Зеленским. Он же прекрасно помнит, о чем он договаривался с Патрушевым в Омане. Он же прекрасно понимает, что компромат на него и у Коломойского, да и, в общем-то, там его дохренища компромата, он прекрасно понимает, что он поставил руководить страной взяточников, негодяев и предателей. И они не могут переставать паковаться, потому что вот те там, там сотни скандалов, которые мы уже знаем, а тысячи, которые мы узнаем, свидетельствуют о том, что Зеленский прекрасно понимает, что наш бюджет разворовывается. И об этом ему прямым текстом все более настойчиво и настойчиво говорят наши западные партнеры. Они говорят, что мы же даем деньги на войну с Россией, а вы же эти деньги через крипту и просто всеми способами выводите, вы разворовываете все. Вы негодяи, которые даже в гуманитарку взрезаются, пакеты все, вынимаются консервы, переносятся на рынок и в, соси... и в магазины, которые по соседству с теми, кто нуждается, а людям достаются крупы, мука и какая-то там изредка кукуруза в банках, а все ценное разносится по коммерческим точкам. И в то же время Зеленский говорит о том, что журналисты и мы с вами должны закрыть свои правдолюбивые хлеборезки и перестать до победы говорить о воровстве. При этом Зеленський, він да, он же що он же говорить, да. я розумію, да, що після перемоги да, будуть запитання. Тому, шановні українці, я зроблю все, все повністю, щоб відтягнути цей, цю перемогу да, і її унеможливити, да, щоб мені не довелось відповідати. Тому що я не хочу, як я поводу Януковича. Слышите, даже <свят> талантливый мальчик, он же ж учится на моих <свят> и Миколы Яныча <Янущу> ошибках, чтобы <свят> не бежать в Ростов, а, собственно, что ему делать в Ростове или на Рублевке? Мальчику до да, она не с руки лететь, поэтому он, в отличие от меня, бежать не сможет так просто. У него другие планы. <свят> <свят> так вот, другие планы. Зеленского – это паковаться максимально долго, потому что война дает ему его шобле квартальной колоссальные возможности красть из нашего бюджета. Потому что когда Запад говорит, что, ребята, мы даем деньги под вот такой, такой, такой план исключительно, Шмыгаль прямым текстом говорит, нет, это невозможно, мы говорит, так, мы вообще поступать не будем. О том, что у нас идет война на уничтожение Украины, они даже слышать не хотят. У них идет война за баблище, за запаковывание себя так, чтобы хватило на четыре поколения, на 5, на 6, чтобы правнуки их праправнуков еще могли харчеваться с того, что они наворовали на войне. Поэтому, конечно же, Зеленский рассказывают, что журналисты, да и не только журналисты, все украинцы, которые говорят о тотальном воровстве, о коррупции, которой мы не видели ни при одном президенте. То есть мы, оказывается, с вами барыхта раньше не видали. Потому что Юлия Владимировна просто дюймовочка. Понимаете, это все, это, это, это все был детский сад по сравнению с тем, Варьем, которое пришло сейчас. И нам предлагают, заткнуться. Ну, они же не могут перестать воровать. Ну, как это? Ну, ну, представляете, вот Зеленский и его компания вдруг перестают воровать. Да им перестать воровать – это себя не уважать. Он же всю жизнь жульничал. Это потомственный жулик. Вот как его папаша получил профессора – вот как ему сейчас выдали стипендию, вдумайтесь, 200 долларов, да, самое запакованное и вороватое правительство и президент еще папе 200 долларов отшкурячили. Ну, это же позорище. То есть, когда я смотрю на Зеленского и его команду, я понимаю, что как-то даже террористы Хамаса не выглядят так отвратительно. У них есть чокнутые шизофренические идеи, которые не ограничиваются. Это ужасно, это варварские, фашистские идеи. Но у Зеленского есть только желание накосить бабла. Человек, который всю жизнь в банях и кабаках плясал перед Януковичем, Путиным, Коломойским, который ненавидел Украину, который всегда презрительно и многократно о ней отзывался, сегодня, наконец, до власти дорвался, хомячит за обе щеки и требует, уже просто требует, эта наглая морда требует, чтобы мы прекратили до победы, которую он хочет сделать невозможной, чтобы мы прекратили говорить о том, как эта мразь вся, которую он привел во власть, ворует наши деньги. Поэтому я очень прошу вас, пожалуйста, если вы согласны со мной, по максимуму распространите это видео среди ваших друзей, пошлите там ссылки, перепостите, пожалуйста. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайки, напишите комментарии, мне интересно, что вы думаете, дополните меня, если вам захочется комментариях. А победа, друзья мои, несмотря ни на что, все равно будет за нами. Потому что за нами не заржавеет.